Lil Pump, эх, сколько же о нем было сказано на этом канале. И в последнем ролике я говорил про то, что Lil Pump похоронил свою карьеру в 2020 году. И как вы думаете, что-то произошло за это время? И будет ли фит с Моргенштерном? Давайте узнаем. Ставь лайк, пиши в комментах, слушаешь ли ты его, а мы начинаем. Это не реклама, а просьба к вам подписаться на наш телеграм-канал. Там мемы, новости, рэпа. Мне будет приятно, если ты будешь со мной еще и там. Еще зимой он сказал, что альбом Lil Pump 2 готов, и ему не терпится поделиться с нами. Но для этого нужно набраться терпения. Давайте послушаем возможные работы на этом альбоме. GLS 600 with the trunk open. Glock 45s, FNNs, that's what I'm towing. In the back of the Rose truck, had that bitch jumping. Had a bustin' nut in 30 seconds, I was in a rush. She wants me to go get it, huh? She wants me to go get it, yeah. Bump my beat, not twisted, I'm gon' get it, I'm gon' get it. Do it and change, too heavy, it's a workout. Work, work, brain, it's heavy, do the press out. Catch all that 20 on some noise. Spend about 300 on my jerk. Oh, yeah. So much water on me, I'ma need a... Второй трек звучит круто. Это хорошая отсылка на песню от покойного рэпера Speaker Knockers, который скончался 7 лет назад. Но третий сниппет слабее всех, как по мне. Надеюсь, этот трек не войдет в альбом. Еще что может войти в данный релиз — совместный трек с Моргенштерном. Я думаю, все знают, что у них есть договоренность о еще одной композиции, и по последней инфе песня должна быть на альбоме Насоса. А почему нет, если он даже предлагал совместный альбом с Алишером? Я видел видос в интернете с твоего какого-то концерта, где ты говоришь про то, что американцы добавили в контракт второй трек с Lil Pump. Да. Это правда. Это правда. Более того, они сначала их менеджмент сейчас настрачивал, типа, давайте целый альбом делать нахуй с Lil Pump. Потом мне Lil Pump сам позвонил и говорит, типа, давай типа, сделаем альбом вместе. Вот, но я типа сказал, не, чувак, ну, пизду, я ленивый слишком. What the fuck не назвал бы я удачным. Все же было видно, как Pump отнесся к коллабу на пофигизме, но потом увидел, сколько прослушиваний, и я думаю, в следующий раз он постарается. Хотя стараться Lil Pump вещи несопоставимые, потому что за все это время, кроме своего OnlyFans, он ничем сейчас не занимается, только тратит деньги на свою молодую жизнь. Вот недавно купил тачку за 200 тысяч долларов, к примеру, или же раздает деньги направо и налево. В прошлом году состоялись выборы президента США, и как все вы знаете, Lil Pump поддерживал Трампа, который в свою очередь даже неправильно произнес его имя. И вот, совсем недавно Насос признался, что выступил на митинге только для того, чтобы Трамп освободил Кодака Блэка. Кто в это поверит? Мне кажется, лишь сумасшедший. Я не думаю, что только именно поэтому он решил уничтожить свою репутацию. Ну и что, почему ты еще не переехал? Уже как бы полгода прошло, ты до сих пор живешь в Штатах. Что тут наврал, что с альбомом, который по идее должен был выйти еще год назад? Теперь он говорит, что выпустит уже этим летом, но уже вряд ли к нему есть доверие. Как говорилось ранее, Lil Pump прожигает свою жизнь, употребляет наркотики чуть ли не каждый день в клубах, набивает миллион татух на теле, ну и делает крутой маникюр. Кстати, Кодак Блэк, из-за которого, по словам Lil Pump, пришлось поддерживать Трампа, высказался о его крутых ногтях. Смотри, Памп, я зол на тебя, парень, не делай больше всей этой херни с лаком для ногтей. Оставь это для Lil Yachty, чувак, не делай это дерьмо, Lil Pump. Смотри, когда Lil Yachty делает это, он вроде развлекается, но ты, похоже, делаешь это серьезно. Прекрати это дерьмо, я заблокирую тебя из-за этой херни. Как мы поняли, за эти полгода ничего в жизни Lil Pump не поменялось, и что самое печальное, он не повзрослел. Как будто ему еще 16 лет, и он выпустил свой первый трек и ловит первые моменты славы. Жаль, конечно, что так с ним получилось, и вряд ли он уже сможет вернуть былую славу. Парень живет сегодняшним днем и ловит кайфули. Вот как он проводит свое время. Which car I should take out today? The Maybach. As Floyd says, my Lambo, the Wraith, or the Cullinan. Which one?
I don't know which one to pick. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч!